России, а также вы не ошибились в Грузии. После этой встречи объявляется технический перерыв до вечерней части соревнований. Внимание, уважаемые представители команды, уважаемые спортсмены. Жеребьевка второго дня соревнований состоится в 17:00. Пожалуйста, будьте внимательны. С 15:00 до 16:00 пройдет взвешивание, и жеребьевка соревнований состоится в 17:00.
представителей команд и спортсмены. Напоминаем, что награждение победителей и призеров Кубка мира 2012 года.